Ты хочешь подарочек? Да, нормально. Какой? Нормально. Что я тебе обещал, помнишь? Нет. Я потратил свое драгоценное время, свое времюшко, для того, чтобы сделать тебе подарочек. Какой? Угадай. Мама, не подсказывай. Книжечку? Нет. Стол. Что я тебе обещал, помнишь? Нет. Шкатулка желаний. А. Сделана из Харли Квинн и котиков. Котики. На. Это что это? Что это? Видишь, сколько котиков? Смотри. Я много? Я когда посмотрела, думала, что это за... Что там написано? Прочитайте. Что написано, мама? Ви. Читай. Ви. Ви. Как CH читается? Виш. Виш. Бокс. Бокс. Шкатулка желаний. Коробка желаний. Ну, будет шкатулка. Это мое. Это что? А угадай. То, что у тебя закончилось. Духи? Да гляди. Прикинь, настоящие. У нее еще полтора флакона. Понюхайте, как вам нравится запах. По половинке одна. Пшикните и понюхайте. Вкус кукурузы, мам, понюхай. Кукуруза? Да. Че это кукуруза? Ну, сначала мне показывалось... Цветы. Сначала мне показывалось то, что кукуруза. Ты будешь как фея Винкс пахнуть. Внутри, кстати, прошу заметить, тоже котики. Где котики? А это кто? Харли Квинн. А можно было здесь котиков распечатать? Здесь. Вам не угодишь просто. Тебе подарок понравился? Да. Колёбочка. Вот пончик я никому не отдам. Это первое желание, да? Да. А духи протестишь, понюхаешь? Один разочек только, не больше. У тебя духов больше, чем у меня. Тебе нравятся? У девушки должно быть много духов. А я что, мальчик? Что? Тебе нравятся духи? Дай маме понюхать кукурузку. Кукурузой пахнет. Да не кукурузой. Кукурузой. Мама, вот чем пахнет, понюхайте. Мне кажется, кукурузой. Цветами. Цветами, Фей Винкс. Понятно? Ты у них лично заказывал или как? Конечно, сами прилетали и говорят, вот возьми, пожалуйста, для Киры сделали. По-братски забери.